будем делать цыпленка на Пасху? Нам понадобится цветной картон, клей, ножницы. Вырезаем круг из белого картона. Вырезаем яйцо из желтого картона. Из оранжевого вырезаем гребешок, крылья и клюв. Сгибаем белый круг пополам и вырезаем ломаное отверстие. К желтому цыпленку приклеиваем гребешок, крылья, клюв и глаза. И, наконец, самого цыпленка приклеиваем к нашему яйцу. Ура! Он еще и качается в разные стороны. Всех с Пасхой! Счастья, добра и здоровья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока!